Убийца белый, возраст 30-45 лет. Действует обдуманно, очень методично планирует свои преступления. Он не питает личной ненависти к жертвам и, желая как бы обезличить их, залепляет им лица грязью. Зачем убивать, не испытывая личной ненависти? Жертва для него — это образ, символ. Похоже, фигурки оригами и орхидеи — это подарки, попытка загладить свою вину. Очень интересно. И что из этого следует? Лучший способ выследить хищника — изучить его поведение. Звучит прямо как в книжке, но речь идет о жизни ребенка. Продолжайте, Джейден. Вот что привлекло мое внимание. Время от объявления жертвы в розыск до обнаружения тела составляет от 3 до 5 дней. Но в эти дни всегда выпадает около 6 дюймов осадков. Ну и что нам с того? Все жертвы тонут в дождевой воде. Убийца действует осенью, когда часто идет дождь. Он помещает их в какой-то колодец или бак под открытым небом, и его заливает дождь. И чем он сильнее, тем меньше шансов у жертвы выжить. Затем я попытался определить область действия убийцы. Обычно первое убийство происходит рядом с домом, чтобы сбежать в безопасное место при любых осложнениях. Чем увереннее убийца, тем дальше он отходит от базы. Проведя анализ мест, из которых исчезали дети, я обозначил зону, в которой живет убийца. И какова же площадь этой зоны? Пока что 10 квадратных миль. Ха, круто. В этой зоне живет 1010 людей. Вы собираетесь допросить каждого? Адрес убийцы мы так не узнаем, но это хоть что-то. Блейк, у вас есть план получше? Поделитесь! Смелее! Я весь внимание! И что же дальше? В установленной зоне есть 2 подозреваемых, подходящих под этот психологический портрет. Я хочу их допросить. Черт подери! Мы теряем время на чушь! Убийца на свободе! Хорош сидеть на заднице! Надо найти его! Этот убийца необычный маньяк. Он очень умен, хитер и методичен. Просто так на улице его не поймать. Слушайте, агент Джейден, вы эти гениальные идеи применяли? Или прочитали про них в сраном учебнике? Мое дело — найти убийцу. Именно этим я и займусь. С вами или без ты вас. Ты засранец! Все, хватит! Значит, жертвы погибают при 6 дюймах осадков. Сколько у нас есть времени? Если прогноз правильный, то меньше 3 суток. Никого. Только время зря потеряли. Надо все же заглянуть, раз пришли. Там никого нет. Теперь есть. Я не уверен, что это законно. Зови полицию. Похоже, Натаниэль Вильямс весьма религиозен. Богобоязненный кретин, дожидающийся конца света. Мы его недавно допрашивали, потому что он устроил в парке черти что. Он метался и вопил, что, мол, слышит голоса. Да еще выдумал, козел несчастный, что я антихрист, и явился на землю мучить его. Полный псих. Thank you.
налицо все признаки обсессивного невроза с манией преследования. Не нужно быть криминалистом, чтобы понять, этот человек не убийца. Как здесь душно. Кажется, окна не открывали много лет. Этот человек пытается бежать от реальности, пытается скрыться от мира в этой квартирке. Свечи зажжены, значит, он скоро вернется. Вовремя, Натаниэль. Тебя-то мы и ждали. Ангелы и силы небесные, охраните. Агент Норман Джейден, ФБР. У меня к вам несколько вопросов. Господь мой Бог свидетель, я ничего не делал. Я чист пред ним. Спокойно. Вас никто пока не обвиняет. Мы на пару слов. Чем вы занимаетесь?
Работа есть? Я провожу все свои дни в молитвах всемилостивому Богу о спасении всего человечества. Зачем столько распятий? Вы чего-то боитесь? Близок час. Божий гнев обрушится на людей. Я готовлюсь к последним дням. Натаниэль, где вы были в прошлый вторник вечером? Около 5 часов. Здесь. Я был здесь. Я молился. Весь день. С вами кто-нибудь был? Нет. Нет, я был один. Ты слышишь голоса, Натаниэль? Что они тебе говорят? Мы знаем, кто говорит с тобой, Натаниэль. Мы оба это знаем. Не поминай его имя. Что он говорит, Натаниэль? Блейк, что вы делаете? Не могу говорить об этом. Не смей говорить об этом. Он посылает за новой Довольно. Жертвой, так? Оставьте его в покое! Все. Новой и новой! Картер, черт! Вы совсем спятили? Нет! Нет! Не говори о нем! Он придет сюда! Блейк совсем спятил. Он отправил Я не могу тебя стоять столбом и ничего не Всю делать. Всю ночь тебя терзали голоса. Хотелось, чтобы они умолкли, так, Натаниэль? Я должен сделать хоть что-то. Нет! Не надо! Я должен остановить Блейка. Он зашел слишком далеко. Ты похитил и утопил мальчика. Так и было? Нет. Нет. Чего добивается Блейк? Чему он толкает этого человека? А ну признавайся, ублюдок! Ты антихрист. Брось пистолет. Отправляйся к отцу лжи в ад. Он сам сатана. Он явился, дабы погубить нас. Бога ради! Ну! Антихриста не убить из пистолета, Натаниэль, он слишком могущественный. Антихрист, твою мать! А ну, убери пушку! Слушай мой голос, Натаниэль, слушай только меня. Демон, ты пожалеешь, что бросил вызов посланцу небес? Ты познаешь силу Божию! Спокойно, все будет хорошо, Натаниэль. Боже Всевышний, защити нас в битве с силами зла. Охрани от коварства и козни демона. Боже Всемогущий, яви силу десницы своей и низвергни сатану и прислужников его, рыскающих в поисках душ в глубочайшие бездны ада. Лейтенант Блейк покинет планету прямо сейчас и вернется в царство теней. Отродье тьмы, повелеваю тебе вернуться в царство теней и оставить Натаниэля в покое. Отойди медленно. Брось пистолет. Брось, Натаниэль. Руки за голову! Развернись! Твою мать! Во имя Господа нашего, я заклинаю, изыди сатана! Все, козел, концерт окончен, ты арестован. Да у тебя железные нервы, надо признать. Я бы его пристрелил. Не все решается с помощью пистолета, Блейк. Не все. Однако пушка — это аргумент.